большой привет, дорогие друзья, меня зовут Раи, и вы попали в хижину музыканта. Добро пожаловать. Мы сегодня с вами продолжаем курс уроки игры на губной гармонике с нуля для начинающих. Сегодня эксклюзивный выпуск, в котором мы с вами посмотрим, как делать битбокс на губной гармошке. Долго ждали, ребята? Такого ролика, я думаю, толкового еще не было. Постараюсь сделать его толковым и интересным. Тема называется «Битбокс на губной гармошке и артикуляция». Что такое артикуляция? Хотя мы этот термин уже повстречали на прошлом уроке, вы должны все-таки уяснить, что артикуляция – это очень-очень важная вещь в битбоксе, без него никуда. Артикуляция для чего нужна? Чтобы все звуки происходили очень четко, звучали четко, потому что в битбоксе нам нужна четкость. Все звуки должны быть острыми, на стаккато. Язык должен работать только так. Вы можете даже артикуляцию без гармошки научиться делать. То есть язычок должен работать четко. Научиться нужно, чтобы ваш язык работал. Битбокс на губной гармошке основывается на ритме, конечно же. Тут, можно сказать, очень редко воспроизводят мелодии. Ну, во время битбокса невозможно мелодию играть. Но вставить кое-что можно. Но чаще вот основа битбокса на губной гармошке – это ритм, конечно же. Битбокс – это ритм. Хотя битбокс – это имитация всяких различных звуков, но на губной гармошке это все-таки ритм. Ритм – важная часть здесь. Ну, конечно, чтобы делать битбокс на губной гармошке, нужно уметь делать битбокс. Но не все эффекты из битбокса нам здесь нужны. Здесь все по минимуму можно взять. Какие звуки нам нужны? Нужен кик. Бочка, то есть, по-другому. Нужно воспроизвести букву П или Б, ну, что-то между ними. Громко. То есть с отдачей сильно на выдох. То есть от П, Б, П, Б убрать звук, оставить. Здесь если чуть-чуть вакуум будет, звук будет мощнее. Дальше нужен хай-хэт. Ну, С можете просто говорить. Очень четко нужно тоже делать. И, конечно же, снейр. Его уже сделать, конечно, труднее. Посмотрите уроки по битбоксу. Ну, выплевываем воздух, как обычно, через маленькое отверстие. И получается такой звук. И еще один звук, который я очень часто люблю использовать также на губной гармошке, это hand clap. Хлопки по-другому с английского, если переводить. Резко вдыхаем воздух. Щелчок должен получиться. Воздух резко вдыхаем. И обрываем его. И получается вот эти звуки как можно использовать. Конечно, сначала идет бочка. После бочки я вставляю губную гармошку. То есть, заметили, битбокс практически отдельно от...